חברים, סליחה שאני עוצר אתכם, אבל יש לנו את היועץ של זלנסקי, של נשיא זלנסקי על הקו, אלכסיי אלסטוביץ', הוא יועץ בכיר לנשיא אוקראינה. Good morning, sir. Good morning. Thank you for joining us. How are you in Kiev, I'm guessing? Fine, but somebody can speak Russian with me or translate. Yeah, of course, of course. Господин Алексеевич, здравствуйте. Да, мы можем и по-русски тоже. Да, здравствуйте. Как прошла ночь? Да. Давайте. Отлично. Прошла ночь. Были отдельные удары по Киеву и по Житомиру. По Харькову бьют непрерывно. Но потери сейчас мы устанавливаем. Я не думаю, что они велики. Но сам факт таких ударов показывает, что противник перешел к варварским методам ведения войны и бьет по гражданской инфраструктуре. Что показывает, с одной стороны, степень отчаяния, с другой стороны, степень его. С другой степени ожесточения. Мы к этому готовы. И наши службы гражданской обороны работают исправно. Мы будем делать остановки, чтобы я смогла это перевести на иврит, хорошо? С вашего позволения? Да. Окей. Он сказал, что בעצם הלילה עבר יחסית שקט בקייב, איפה שהוא נמצא, עם הנשיא של זלנסקי. בחרקוב כל הזמן יש הפצצות, זה פשוט לא נפסק, ומדברים על זה שזה אומר רק שהתקיפה הולכת וגוברת, וזהו בערך. שאלה אחת לגבי האסון ההומניטרי שאנחנו שומעים עליו, איך הוא מתייחס לזה והאם הם מתמודדים עם כמות ההרוגים? В Израиле поступают сведения о том, что приближается гуманитарная катастрофа и что происходит с погибшими. Как удается справиться с этой ситуацией? Смотрите, значит, погибших не так много. По данным на сегодняшнее утро, убито у нас почти 400 человек, чуть меньше, и чуть-чуть больше 2000 раненых. 400 украинских граждан, мы говорим об украинских потерях. Да. Это граждан, имеется в виду, гражданские. Гуманитарная катастрофа складывается, я бы не назвал это катастрофой, ситуация ухудшается, связана она с тем, что такие города, как Мариуполь и Харьков, находятся в полуокружении. И там в результате ведения боевых действий разрушаются объекты первоочередной, те, которые обеспечивают нормальную цивилизованную жизнь, а именно свет, воду, подвоз продуктов и так далее. Пока ситуация контролируемая, она ухудшается. Я сейчас переведу, буквально переведу это. Мы говорим о том, что нахон лахшав, мацада Украины, есть 400 арогим, 2000 нифгау бацуа казот у ахерет, нифцау. המצב הכי קשה הוא בעצם במריופול וחרקוב, ששם יש פגיעה קשה בתשתיות, אבל לא מדברים על אסון הומניטרי, אומרים שהמצב מידרדר ונהיה קשה משל אולי, אולי נשאל נועה באמת על השיירה, על הקונבוי שמתקרבת לרוסיה, לאוקראינה בעצם, ומה הם מתכוונים לעשות, אם בכלל. וישראלסקי סמי очень много задаются вопросом в отношении той самой колонны танков, которую мы видим со спутников, которая находится по пути к Киеву, и, в общем-то, она не продвигается. Как вы комментируете эту ситуацию? Смотрите, российские военные сделали большую глупость. Эта глупость заключается в том, что они собрали под Киев войска двух армий. И таким образом забили себе дороги. Они не могут двигаться. Они стоят на месте, растекаются по окрестным населенным пунктам под ударами нашей артиллерии, авиации и атаками механизированных и десантных войск. Поэтому у них крайне затруднено продвижение, и любая попытка пригнать сюда еще войска только ухудшает ситуацию. То есть они просто застряли там, грубо говоря? Застряли. Их такое количество, что они позастревали на проселочных дорогах. Но плюс у нас же партизанское движение, мы блокируем им трассы, поэтому валим дороги, баррикадируем, нападаем на тыловые колонны, поэтому у них большие проблемы. То есть, по сути, они просто сейчас не могут продвигаться вперед? Ну, технически не могут, потому что забитые дороги просто. Забитые дороги. Вы сказали двух армий. Это подразумевается и белорусская армия тоже? Не-не-не-не. Это армия как оперативное соединение. 35-я, 36-я армия Восточного военного округа России. Не торгуем. Я перевожу, секундочку перевожу. Бецем дебану аля шаэра азот, аля шаэра ше умедет шам адайн ве маала арбе тиеот ба Исраэль. Он умер, что лемаасе и пашут ниткеа, бегляд ше ивиу колках הרבה טנקים ומשוריינים שלא יכולים להתקדם. אם אני טועה, הוא מגדיר את זה טעות צבאית טיפשית. הוא אומר שזו טעות צבאית טיפשית בהחלט. הוא אומר שהביאו כל כך הרבה טכניקה שאי אפשר פשוט להזיז אותה, וגם יש כמובן מלחמה פרטיזנית וגם מפוצצים קשרים, אז הם פשוט טכנית כרגע... למה הם לא תוקפים את השיירה? תשאלי אותו בבקשה. למה אין הנחיה לתקוף את השיירה הזו? Тут часто повторяющийся вопрос, почему не отдается приказ атаковать эти самые застрявшие танки, которые там стоят очень удобно расположились в таком большом количестве? Смотрите, мы их постоянно атакуем.
Но у военных атак, есть своя логика. Мы же не просто хаотически с ними воюем. Мы проводим операцию ответную, оборонную. И у нее есть свой замысел, своя логика и свой порядок действий. Могу вам сказать, что минимум за прошедшие двое суток мы дважды устраивали то, что в американской военной терминологии называется киллбокс. То есть это когда в определенный район производится воздействие всеми силами и средствами, начиная от авиации, артиллерии, а потом приходят еще механизированные войска, разведка наша, спецназ, и добивают то, что там осталось. И эти операции очень удачны. אני שואל, האם הם מתכוונים, מה התשובה? מה שהוא ענה, הוא אומר שקודם כל יש טקטיקה במלחמה, אי אפשר לעשות כל מה שרוצים, וכמובן גם פה שהם מנהלים מבצעים נקודתיים, שלמעשה הם משתלטים שם על אזור מסוים, ושם הם תוקפים, ושם באים את כל הכוחות, ולמעשה מסיימים את זה. זאת אסטרטגיה שלהם. תשאלי אותו, נועה, אם הם מתכוננים למצור, מצור אפשרי על קייב, שיהיה ארוך. Готовится ли в Киеве к возможной осаде города и насколько долго она может продолжаться? Мы уже готовы к осаде города. Продолжаться она может достаточно долго, я думаю. Проблема в том, что пока не удается осуществить эту осаду. По их планам, четверо суток назад они должны были уже полностью окружить Киев и начать его осаду. Но до сих пор, благодаря действиям наших войск, не получается. Я не знаю, знают ли в Израиле об этом, но вчера, в результате контрнаступления нашего, мы ударили, да, ударили в гущу противника и освободили районный пункт Макаров, удерживаем его сейчас, российские войска отступили. И этот участок позволяет нам, позволил нам отодвинуть угрозу с северо-запада, с Киева. Они сейчас перенесли усилия и пытаются чисто с севера наступать, от Вышгорода. Но и там их ждет много сюрпризов. Ромаса умер, что кен, כמובן, мухоним квар, זה לא שצריך להתכונן, квар мухоним למצור. למצור ארוך אפילו. זה יכול להימשך הרבה זמן, כן, שאלתי מה אורך המצור, הוא אמר, זה יכול להימשך הרבה זמן, אבל אתמול הצליחו להדוף את הכוחות הרוסיים מחלק אחד של התקיפה למעשה, היום גם מנסים לתקוף מהכיוון וישגורוד, שזה צפון קייב, אבל גם שם, כפי שהוא אומר, כפי שהוא אומר אריסטוביץ', מחכים להם הפתעות רבות. שתי שאלות שנוגעות למסע ומתן. היום מתחדש המסע ומתן, תשאלי אותו בבקשה על זה, האם מגיעים שם באמת לנסות להפסיק את האש? ושתיים, מה הם מצפים ממדינת ישראל, גם בפן המדיני וגם בדברים אחרים? Сегодня возобновляются, по сообщениям, возобновляются переговоры, называемые мирными переговоры в любом случае. Какие вы ожидаете результаты этих переговоров, действительно, что там будет происходить? И второй вопрос, чего вы ожидаете от Израиля в политическом плане, не только в политическом, в гуманитарном? Значит, мы не называем их даже переговорами. Мы называем их консультациями. Там Россия пока выдвигает неприемлемые условия, пытается диктовать силовые позиции, хотя последовательно эти условия смягчает. Исчезли слова о денацификации. Это, кстати, государство, в котором президент еврей вообще-то, они нацисты считают. Вот так, к слову. Второй момент – это то, что они сняли требования о демилитаризации. Начинается. До этого оно было. Начиналось все с безоговорочной капитуляции, но тогда мы вообще не пошли. Мы ожидаем от Израиля. Мы понимаем, в каком непростом положении в отношении Российской Федерации находится Израиль. Российская Федерация в ключевой точке для Израиля в Сирии представлена очень широко. Вообще широко представлена на Ближнем Востоке. И мы ожидаем, что Израиль будет проводить политику, которая прежде всего будет направлена на защиту национальной безопасности Израиля. Как страны, которая находится 70 лет в очень сложных условиях. В этом смысле Украина всегда поддерживает Израиль и украинцы. Мы вам сочувствуем, мы не забываем про вас, даже в эти дни. Но если Израиль окажет какую-то помощь, посредническую, гуманитарную, то, конечно, мы с благодарностью ее примем. Я перевожу секундочку. נתחיל מהשאלה הראשונה. הם לא קוראים לזה מסע ומתן, הם אומרים שזה נקרא התייעצות למעשה, ושהעמדה הרוסית הולכת ומתרככת עם הזמן. לפחות כבר לא אומרים, לא מדברים על נאונאצים, כבר לא מדברים על פירוקה של אוקראינה מהנשק לגמרי, אבל לא בונים כל כך על המסע ומתן. והחלק הכי מעניין הוא על ישראל, היועץ הבכיר של זלנסקי, אומר שהוא מבין את המצב המורכב שלנו בקשר לרוסיה. הוא מבין אותו לחלוטין. הוא
אומר, אנחנו באוקראינה מבינים לגמרי את המצב של מדינת ישראל מול סוריה, אנחנו יודעים מה קורה שם, אנחנו תומכים בכם, חושבים עליכם, ואנחנו תמיד בצד שלכם. הם חושבים עלינו? הם חושבים עלינו, מזדהים איתנו לגמרי. הייתה לי ספרפורת רגע בקרקפת הרגע. אבל הוא אומר שאם ישראל תצליח לתווך, או אולי תציע עזרה בתיווך, אז הם מאוד יעריכו. אגב, הם מודים על כל סיוע, אומר היועץ הבכיר. תשאלי אותו אם יש ציפייה גם ציוד צבאי, להספקה של ציוד צבאי. Есть ожидание поставок, возможно, оружия или защитных каких-то наборов, которые требуются для украинской армии, защитных средств? Мы в этом. Да, мы в этом нуждаемся, потому что у нас желающих воевать больше, чем оружие. Но это было бы, с моей точки зрения, для Израиля принципиальное изменение всей стратегии в отношении Российской Федерации. До сих пор Израиль неизбежно удерживался по просьбе России от поставок вооружения военной техники в Украину. Но если он сейчас вскроет эту ситуацию, то мы будем крайне благодарны. Это будет означать новую страницу в отношениях Украины и Израиля, более продвинутую. Но это решение целиком на израильских политиках. Им обеспечивать безопасность своей страны, они должны думать, как правильно поступить. אני כמובן מתרגמת, הוא אומר כך שהם, שוב, כאמור, הם מבינים לגמרי שמדינת ישראל צריכה לדאוג לאזרחיה, מודעים לכך שרוסיה לא רוצה שישראל תספק את הנשק, אבל הם מאוד מקווים שאם זה יתאפשר ואם איכשהו יצליחו לפתור את הדבר הזה, אז זה כמובן יפתח דף חדש ביחסים בין המדינות. הוא אומר שמבינים את הצרכים הישראלים, הוא אומר, אנחנו מבינים את הצרכים הישראלים, מבינים אותם. בהחלט. והסיוע שמקבלים עכשיו מישראל, הוא מודה ואומר, כן. אנחנו מבינים שאתם לא יכולים לשלוח כן. נשק. כל הסיוע שהתקבל כמובן הם מאוד מודים, הם מקווים שהסוגיה הזאת תיפטר, זה יכול לפתוח דף חדש ביחסים בין המדינות, אבל הוא בהחלט מבין את הצורך של ישראל להגן על אזרחים. כן, אולי, תראי, הוא נמצא עם זלנסקי, נכון? נכון. אולי קצת עלה לך רוח של הנשיא אוקראיני שצבר פתאום כזאת פופולריות בימים האלה. Ну и вопрос, разумеется, о президенте Зеленском, который получает сейчас огромную поддержку. Мы видим различные опросы, как он реагирует, как действительно, как обстановка, как его настроение. Настроение у него бодрое. Я хочу, чтобы Израиль знал и понимал, что мы сейчас здесь находимся в таком состоянии боевого драйва. Вот это нападение российское разбудило очень древние архетипы украинские, можно сказать, такие казацкие. И мы, как это, ветер гуляет по полю, и мы с удовольствием деремся. Если основная эмоция на позициях вооруженных сил Украины, это такой добрый смех. Вот. И на самом деле все здесь чувствуют себя победителями и радостно гоняются за отставшими и сдающимися в плен российскими войсками. Вот. Поэтому, как бы, если вы посмотрите многочисленное видео, видите, что военные смеются. В точно таком же настроении находится президент, но надо знать про него еще один факт очень важный. Когда россияне только напали, и было первое самое тяжелое психологически 48 часов, когда никто не знал, пойдет ли Киев прямо сейчас, когда мы ожидали вертолетный десант на Печерск, в район офиса президента и так далее. Ему четырежды предложили эвакуироваться. Ему лично. Ну, для того, чтобы продолжать сопротивление там, на Западной Украине. На Украине продолжать управлять сопротивлением, потому что он лично подвергался опасности, учитывая, что силам специальных операций России еще поставили задачу его уничтожения физического. Его несколько раз предлагали наши силы безопасности эвакуироваться. И американцы с британцами тоже предлагали свою помощь. Он отказался. Причем он отказался. Я воспользуюсь паузой в нашем эфире, я сейчас переведу то, что вы сказали, секундочку, у нас было такое отключение небольшое, כמובן שיש דרייב של מלחמה, ואין מה לעשות, זה עכשיו ריצה לטווח ארוך, וזה לא רק אצל זלנסקי, זה לא רק אצל הצוות שלו, זה אצל כולם, אנשים באמת נמצאים במצב כזה שהם מנסים, כל העם נרתם למבצע הזה, וגם יש מין דרייב כזה, גם קצת, אני לא אגיד שמח, אבל הרבה מאוד רואים ברשתות החברתיות גם תמונות של כמה אזרחים מתגייסים לזה ועוצרים טנקים בעצמם, ואז בעצם לוקחים שבויים, אנשים את החיילים השבויים, אבל הוא אומר שצריך לדעת על זלנסקי עוד משהו. הוא קיבל 4 פעמים בימים הראשונים של המלחמה, ב-48 שעות הראשונות, שכולם חשבו שלמעשה קייב טיפול, ויש סכנה ממשית לחייו של זלנסקי עצמו. הציעו לו 4 פעמים להתפנות לאזור אחר באוקראינה, ולהתפנות מחוץ למדינה, וגם סיוע מארצות הברית ומבריטניה. הוא סירב כל הפעמים האלה, הוא פשוט רוצה להישאר שם, הוא רוצה להישאר במרכז, ולנהל משם את המלחמה הזאת. Да, вы можете продолжить, разумеется. Да, и он отказался
эвакуироваться, когда было непонятно, останется ли он жив через несколько часов. А сейчас настроение его предельно бодро, он, конечно, слегка устал, но мы здесь много смеемся, улыбаемся, и он управляет, у него три основные задачи сейчас. Он управляет, как верховный главнокомандующий, действиями всех силовых структур обороны по борьбе с агрессором. Второе, он держит международную рамку, договаривается, имеет там, как мы видим, серьезные успехи, например, когда мы под Европарламент проголосовал за немедленное предоставление Украине государства кандидатов в ЕС и принятие в ЕС по ускоренной процедуре. Общается с президентом Байденом постоянно, с премьер-министром Джонсоном, другими лидерами стран. И третье, он, то есть для него это принципиально важно, заботится о гуманитарной составляющей для народа Украины, своевременной выплаты зарплат, поставки сейчас помощи. Сейчас я попробую даже перевести это слово. כמובן שיש לו הרבה מאוד עיסוקים עכשיו, אבל הוא אומר שהעברה מאוד בסדר, כולם מחייכים, צוחקים הרבה, הומור ודברים. תגידי לו בבקשה שאנחנו מעריצים את כל הרוח, ממש, אני מעריץ את כל הרוח שלו ושל הנשיא זלנסקי, ואני שומע אותו במצור הזה, מדבר כמו שהוא מדבר, זה ממש תני לנו... בשמי, כמובן, בשמנו, наш ведущий Атила хочет вам передать, что он восхищается вашим спокойствием, спокойствием президента Зеленского, как вы умудряетесь сохранять такой большой оптимизм и спокойствие в таких сложных условиях. Мы все это видим и, разумеется, ценим, потому что мы сами знаем, что такое война. וגם אני מנצל את ההזדמנות עוד פעם לחדד שוב את הסוגיה הישראלית בתוך הסיפור הזה. אם הבנו נכון, הוא אומר שהאוקראינים מבינים את ההליכה בין הטיפות של מדינת ישראל, ומבקשים סיוע בתיווך עם רוסיה. Атила хочет проверить, насколько правильно мы поняли, что в Украине действительно понимают сложную ситуацию Израиля в отношениях между и Украиной, и Россией, со всем, что происходит в Сирии, и что ожидают от нас, от Израиля, помощи в посредничестве. Верно ли мы поняли? Значит, давайте еще раз повторим. Мы прекрасно понимаем, что государство Израиль при всей его мощи научной, технической, военной, государство все-таки маленькое, находится в 70 лет в очень сложной ситуации. 6 войн провел и непрерывно атакуется террористическими группировками. И вынужден проводить очень сложную, взвешенную, сбалансированную политику. В том числе в отношении таких людоедских режимов, которым являются российские, с нашей точки зрения, нынешние российские. Более того, мы в Украине прекрасно отделяем народы России и русский народ от кремлевской власти. Мы прекрасно различаем, что такое русская культура великая, что такое русский народ, что такое народы России и что такое Кремль, взбесившийся разум. Маньяк в Кремле. Это очень разные вещи. А что касается Израиля, мы прекрасно понимаем, что и украинско-израильские отношения, они сложные были исторически. Но сейчас такие на библейском разломе истории, я хочу сказать вам от имени народа Украины, от имени государства Украины, руководства, две вещи. Первое. Мы не забываем про Израиль даже и про его проблемы и нужды, даже в ситуации, когда мы сами подвергаемся масштабной военной агрессии и деремся за свою свободу и независимость. Потому что у нас есть прямые параллели. В каком-то смысле у нас сейчас идет наш 48-й год и наш 73-й, когда Израилю было очень тяжело в 73-м году, по крайней мере, в начале кампании. И мы прекрасно понимаем, у нас своя война судного дня сейчас идет. А второй момент – это то, что мы понимаем, что Израиль должен проводить свою политику, которая в первую очередь должна быть направлена на обеспечение безопасности Израиля и еврейского народа по всему миру. А если, обеспечив эту политику, Израиль может найти в себе силы и возможности помочь Украине, либо посредничеством, либо гуманитарным отношением, а уж тем более оружием в перспективе, то мы будем крайне благодарны, и это откроет новую страницу в отношениях между нашими народами. Олексій Арестович, дякуємо вам. Спасибо большое за это интервью. Держитесь, тримайтеся. Да, дякую. דיוקו. טוב, תרגמי לנו את הסוף. נגיד את זה בקצרה. בואו אני אתרגם. זה מה שאני רוצה לעלות, אבל אני רוצה פשוט לקצר ולתרגם במשך לשאלה שלך, כמובן, עטילה. הוא שוב אומר, בדיוק הוא חוזר על זה, שהם מבינים את הצרכים שלנו, אפילו בימים כאלה, מדינה קצירה, במזרח התיכון וכו' וכו'. הוא מדבר על זה שזה מלחמת יום הכיפורים שלהם, פחות או יותר בסדר הגודל הזה, ומדבר שוב. קודם כל אנחנו מודים לישראל.
מודים להם, ונשמח אפילו יותר אם א', באמת יהיה סיוע בתיווך, ב', סיוע הומניטרי, ואם יהיה סיוע צבאי, אז עד רבה. אז עד רבה. זה פחות או יותר רוח הדברים שלו. כמובן, מהלך בין הטיפות, אם כבר מהלך בין הטיפות, זה דיפלומט ארוך. בין התאריכים ההיסטוריים, גם בין מדינת ישראל לאוקראינה, באמת מרגישים את ההזדהות, וההזדהות הזאת עמוקה. הוא גם אומר, אנחנו מודעים לזה שיש עמודים בעייתיים בהיסטוריה בין המדינות שלנו. כן, הוא אמר, זה הזדמנות לפתיחת דף חדש. בהחלט. מדהים. אני חושב שזה רעיון מדהים. לא פחות ממדהים. אני התרגשתי, אני חייבת. לא, התרגשות זה מעבר לכל דבר, כי האיש כבר רוח בצורה קיצונית.